Панчакарма для глаз. Что это? Это воздействие на глаза натуральными лечебными травами в виде отваров, паст, капель, которые помогают убрать проблемы, симптомы, улучшит качество работы глаз. Панчакарма включает в себя несколько методов. Это сека, видалака, пинда, пинди, ашотана, анджана и нетратарпана. Первая часть, которая заключается в балансе ваты, питы, капхи в глазах, это сека, непрерывным потоком поливания глаз отварами лечебных трав. Этот метод показан в случае воспаления глаз, в случае, когда есть отеки, покраснение, зуд. Все это устраняется. Для того, чтобы глаз работал полноценно хорошо, все ткани, которые его окружают, должны быть чистыми. Наси в этом случае незаменимый метод очистки тканей вокруг глаза и глаза в том числе. Видалака – это нанесение лечебных трав в виде пасты на веки. Очень полезны также при снятии, для снятия воспаления, для питания роговицы, в случае дистрофических изменений, кератоконус. Разновидностью видалаки есть пинди. Пинди – это те же лечебные пасты, которые заключены в мешочки, хлопчатобумажные мешочки, и они выкладываются на глазки, покрывая и ресницы, веки. Ашотана – это закапывание капель в глазки. Это может быть мед, ги, лечебные отвары. Первая половина панчакармы – сека, видалака, пинди, ашотана – именно направлена на баланс в глазах ваты, питы, капхи или очищение. Только после баланса, только после очищения глаз мы можем глаз питать. Это нетратарпана. Предварительно строится из теста колодцы вокруг глаз, заливаются лечебной жидкостью, маслом или отваром. Тарпана состоит из того, что глазки заливаются маслом или отварами трав в зависимости от изменений в глазах. Сама процедура достаточно длительная. Полчаса глазки находятся в масле. Очень полезно при дистрофических изменениях на сетчатке, атрофиях зрительного нерва. Все это настолько естественно и просто проникает, что несравнимо ни с инъекцией, ни применением препаратов вовнутрь. Панчакарма для глаз, направленная на баланс в глазах, на очищение, а также на питание глаза, она полезна не только в случаях дисбаланса, то есть из существующих болезней, для профилактики болезней, для улучшения качества зрения, для улучшения ощущений в глазах. Поэтому панчакарма показана практически всем людям, которые активно работают как зрительно, так и физически, имеющие патологии и имеющие здоровые глаза, для предупреждения заболеваний глаз.